которые ни на кого не похожи, и они занимают свое собственное, это очень важно, свое собственное место, будь то кино, эстрада или телевидение. Совершенно очевидно, что певица, которая прямо сейчас появится на этой сцене, никому не подражает, никого не копирует. Она себя такую придумала и преподнесла вам, зрителю, для того, чтобы вам было чуть легче, интереснее, веселее, мягче. Она поет о любви и делает это совершенно по-своему и интересно, и грандиозно. В общем, все восторженные эпитеты в ее адрес. Вас поздравляет с наступающим Новым годом. Ну, конечно же, «Елка»! Красная.